Приветствую, дорогой зритель! Сегодня у нас Monster X. Уже мы недавно посмотрели мини-превью мини-альбома Shape of Love, который вышел вчера, и у них выпустилась сегодня первая песня из этого мини-альбома, это Love. И давайте послушаем, заценим. Это первый трек из этого мини-альбома, так что поехали. С вас, как всегда, лайк, подписочка, комментарий. И я уже работаю, кстати, над расписанием. Я сделал расписание на неделю, где будут выходить какие группы, какие рок, кей-поп, кей-рок, японский рок. На каждый день разные группы и разные, как говорится, новинки. Вот так вот. Так что приступим к просмотру. Поехали. Кстати, мы с этой группой не сильно знакомы, мы слушали только 3 трека и давно их не слушали. Я уже говорил в прошлом видеоролике, что у нас мы немного отошли от кей-попа, и потом вот так вот получилось, как-то перешли на японский рок, и у меня не получалось как-то сконцентрироваться. Но я сделал расписание на неделю, будем придерживаться этого расписания. Новинки каждый день, а вот группы и подразделы групп с разных стран, и будут выходить каждый день разные группы и разные жанры. Вот так, я думаю, проще, потому что я не могу остановиться на одном жанре. Мне нравится и кей-поп, и кей-рок, и японский рок, и наш рок, и рэп-музыка, поэтому вот так вот. И сольные, кстати, проекты многих участников мне заходят. Я очень долго уже говорю, минуту 37, вы, наверное, ждете как раз-таки песню, реакцию. Поехали. 넌 사랑이 뭐라고 생각해? We love it this time and now. We back again once again. 아직 못 잊어 지난 시간에 우린 이미 헤매고 있던 데든 사랑의 의미 이제야 찾아낸 너와의 시절 속에 다시 빠져들어 순수했던 날에 너와의 감정을 꺼낸 이 순간 No reason, don't be down Just go for me 걸음이 느려진대도 Only for me 계속 지금 이대로 다 주고 싶어 상처를 알고 또 다시 한 번 더 Me like you and China 전부 순간부터 내게 Знаю, что остановился, но я уже говорил в прошлом ролике. Кстати, он вот здесь вот будет то, как я смотрел мини-альбом, вернее, превью мини-альбома этой группы. Новый мини-альбом. Мини-альбом, мини-альбома. Но не в этом суть. Я уже говорил, что я соскучился о исполнителе кей-поп, который умеет объединять разные стили и совмещать. Это круто все происходит. И переходы крутые у них. Кайф. Тиленько одеты. Вы, кстати, заметили, чуть-чуть было джаза, трубы, по-моему, саксофона. Трубы сказал, не алюминиевый, а саксофон, по-моему, тут звучал.
Мне не послышалось. Немного было джаза. Стильненько. Вау. Крутое исполнение. Первая песня зашла, кстати, в превью, когда я смотрел мини-альбом. Она мне не так сильно понравилась, как полная версия. И опять же, я говорю, я жду второй трек, потому что он с первых минут мне очень понравился. И когда я послушал полностью трек, это круто. Опять же, я говорю, я соскучился о кей-поп-группах и их совмещении разных стилей. Это круто. Это музыкальное мини-шоу в 3 минутах 41 секунды. Вот так вот. И если я не ошибаюсь, здесь был немного саксофона. Опять же, может быть, мои уши ошиблись. Напишите в комментариях. Но я еще раз прослушаю вниз реакции. И точно пойму, был он там или нет. Пишите в комментариях, как вам эта песня. Крутая, заводная, хорошее начало. Ждем второй трек. Второй, третий, четвертый я очень-очень жду. Второй прям сильно жду, потому что мне очень понравилось звучание. Кстати, я опять же говорил, что напомнилась какая-то английская группа. Но будем ждать. И, конечно же, послушаем пятый, шестой трек этого альбома. Вот так вот. У нас сегодня день Monsta X, поэтому... Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях. Опять же, расписание я вывешу в сообществе канала и в ВК, где будут расписаны именно какой в понедельник, вторник, среда, в какой день будут разные группы, разные стили, потому что как бы у меня канал слишком разнообразен, и я не могу остановиться на одном. Я сначала одних слушаю, потом перехожу на других, и поэтому... теряю, и другие обижаются, люди, которые слушают именно кей-поп, кто-то обижается, кто же слушает рок, поэтому будет вот так вот, по расписанию, чтобы не было отписочек, а были только подписочки. Всем до скорого, пока-пока, увидимся на канале.